Всем хай, с вами Кай. Я участвую на Кубке мобильных фиферов, как раз-таки 2021. В предыдущем году он проводил турнир в Нью-Йорк и получился совершенно просто офигенный, но не для меня, потому что я отлетел, даже не выйдя в плей-офф, если не ошибаюсь. Но в этом году я пытаюсь это исправить, и я взял сборную Бельгии. Почему Бельгии? Есть две причины, почему Бельгии. Первое, там Лукаку, а второе, у меня уже собранная Бельгия с другого КМФ, так что зачем мне тратить миллионы, если я могу собрать просто так. Так что, если я вам понравился, болейте за меня, ставьте комментарии, лайки, ссылка на меня будет также в описании на этом видеоролике. Ставьте лайки, братские вьюеры, ставьте лайки всем людям на этом турнире. Желаю всем удачи. Надеюсь, что я превышу свой, как раз, результат с предыдущего КМФ и выйду в плей-офф, как максимум выиграю этот турнир.